Самаре преображается улица Чернореченская. Предусмотрено комплексное благоустройство. Появится комфортный бульвар в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А улично-дорожную сеть приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, обновят тротуары, бортовой камень, уложат высокопрочное дорожное покрытие, расширят проезжую часть. На подъезде к перекрестку с улицы Владимирской появится дополнительная полоса движения. Переустройство было необходимо, чтобы избежать скопления транспортных средств на улице Чернореченской перед Владимирской, потому что здесь будет организована дополнительная полоса, соответственно, автомобили могут беспрепятственно поворачивать на правую полосу, а тем, кому необходимо осуществить поворот налево, не будут ждать, соответственно, тех, кто будет поворачивать направо. Пока же специалисты ресурсоснабжающих организаций трудятся над перекладкой изношенных коммуникаций, ремонтируют два газовых ввода, модернизируют систему электроснабжения, обновляют тепловые сети, которые идут поперек улицы Чернореченской. Вдоль улицы перекладывают системы холодного водоснабжения. По словам жителей, здесь нередко возникали проблемы с коммуникациями, регулярно происходили повреждения труб. Постоянно отключать то холодную, то горячую воду. Смотрю, новые огромные трубы ставят. Слава богу, заживем. В профильном департаменте отмечают, что это первый столь масштабный проект, когда на одном объекте запланирован максимальный спектр работ. Причем основные плановые перекладки инженерных коммуникаций организованы за счет средств сетевых компаний. Контроль за выполнением всех видов работ ведется постоянно. Сейчас подрядчики справляются в поставленные сроки. Это очень важно, потому что время очень сжато, и любое нарушение их работы, оно приведет к тому, что, возможно, сорвутся сроки по благоустройству самого бульвара. Поэтому следим за этим очень тщательно, и пока сбоев нет. Ориентировочно уже через неделю в тех местах, где нет пересечений с ремонтируемыми сетями, дорожный подрядчик приступит к ремонту тротуаров. Старое покрытие рабочие удалят. В дальнейшем будет уложено новое покрытие, тоже асфальтобетонное. Комплексное обновление улицы Чернореченской завершится в этом году. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.